тишина и гармонь стараются собрать всех воедино. Начинают плясать прокутившие всю ночь шофера, тылавские продавцы. Танцуют за оградой, танцуют внутри ограды. Иные, распалясь, танцуют в храме. Не складывается танец парня и девушки. Он редко становится у них общим. То ли вино, то ли зной полудня разъединяют танцующих. Двое с утра продолжают соревнования в танце. Музыкантов они задарили, бросая им по 3 и по 5 рублей после каждого круга. 3 часа аплодировали им в ритме танца многочисленные зрители. Затем зрителей стало меньше. Но трудно унять однажды вспыхнувшую страсть, темперамент. Они откуда-то еще берут силы и продолжают кружиться. Thank you.
бессмысленность, разобщенность царит кругом. А эти двое продолжают свой танец уже без музыки, без зрителей. Здесь как будто начинается настоящее веселье. Словно приехавшие издалека люди сумели дать почувствовать собравшимся здесь истинный смысл их пребывания на празднике. Это лишь минуты пробуждения. Гости покидают Алаверды. Покидают веками привыкших друг к другу старожилов алавердского праздника.